Во время нашей прошлой прогулки потерянными бульварами мой новый спутник Юрий Любаров и я пришли к выводу, что главным законом подбора знаков в городском пространстве Николаева является полный беспредел. Мы также обещали, что попробуем найти причины такого странного и неосторожного поведения наших сограждан. Сегодня мы попытаемся выполнить обещание и проникнуть глубже, или, как говорит Юрий, ниже в суть явления. Для этого мы решили отправиться в такие места, где следы или последствия знакового творчества некоторых очень ответственных лиц проступают наиболее явно. Мы отправились в самое сердце города, а потом в сквер Форшмак. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Знаете, Юрий, я читал очень много ваших работ, которые посвящены именно вот этому месту. И мне кажется, вы именно тот человек, которого я долго искал, и которому хотел задать один вопрос, который меня так мучает. Почему вот именно это место названо сердцем города? Почему это не печень, не почки? Вот как бы такое вот довольно пустое место, настоящий пустырь, называется сердцем. Мне кажется, такие вопросы возникают у нормального, адекватного человека в тот момент, когда он не понимает логики происходящего. Потому что именно в этом месте, вот образцово-показательно столкнулось обычное человеческое, логическое восприятие города железобетонной логикой власти. Этот сквер называется пролетарским до сих пор. И это, кстати, не первое его название. Но в моменты очередного выборного запала, в момент очередной выборной кампании, действующая власть решила заработать дополнительные дивиденды, перед горожанами, перед, может быть, там, президентской структурой, и объявила конкурс о реконструкции, конкурс на проект реконструкции и ребрендинга этого парка. Победило достаточно пафосное название «Сердце города». И именно с такой идеей и кинулись в эту реконструкцию. А ведь на сегодняшний день это место ни ментально, ни исторически сегодня не является уже сердцем города. Это достаточно такое тупиковое в транспортном понимании место. И что бы ни предпринимали здесь сейчас люди, никак мы не можем обеспечить здесь человеческие потоки. Ну это что? Это такое страстное желание войти в историю, или, как говорил один философ, комплекс Герострата, тут ничего не жгут. Да, тут так строят, что почему-то вспоминаешь Герострата. Что это такое? Мне кажется, это просто непонимание важности этих процессов. И тот момент, когда личное, рейтинговое ставится выше общественного, логического, жизненного, человеческого. Вот именно на тот момент, мне кажется. Сердце города – опрометчивое название для этого участка земли. Кто знает, где сегодня бьется наше николаевское сердце? Глиноземный завод? Нет, там деньги, да и то не наши. Зарямаш проект? Вряд ли. А может быть, сердце в порту? Когда-то оно было там, кажется, в 1862 году. С открытием порта началась жизнь в умирающем Николаеве. С легкой руки военного губернатора Богдана Александровича Глазенаппа был разрешен заход в порт иностранным судам. Это было 150 лет назад. Финансовые потоки сосредоточились в городской общине. Появились международные банки, общественные здания и железные дороги. Город сразу вошел в десятку самых крупных населенных пунктов Российской империи. Динамичный организм имел здоровое сердце – морской торговый порт. Сегодняшняя власть издала закон о централизации управления портами, и митральный клапан нашего сердца сразу умер. Прибыль от деятельности Николаевского порта уходит в Одессу, а потом в Киев. Нет, сегодня сердце не в порту. Где оно? Никто не знает. Скептики говорят, что оно бьется в супермаркетах, на блошиных рынках. Оптимисты утверждают, что кровяной насос в IT-компаниях.
Доказательства приводят довоенную статистику украинского МВД за 2012 год. Оказывается, Донецк лидирует в преступлениях по разбою и бандитизму. Львов и Самбор – изнасилования, Одесса – мошенничество, а Николаев – столица европейского хакерства. У нас здесь компьютерные мозги, которыми питаются все силиконовые долины мира. Но это мозги. Где сердце города? Где оно? И я думаю, что вот это вот все стоило немалых денег. Да, деньги здесь большие, ну и бог с ними, деньги можно заработать. Самая большая проблема в том, что гранитные парапеты, нержавеющие стали, флагштоки, закопанные деньги в землю оказались бессмысленны, потому что проект не окончен. Нет фонтана. Вот это вот фонтан. Вот это фонтан, да, это по проекту большой фонтан. Недоделаны тропинки, уже где-то украдены детали от спортивной площадки. Ну вот... Как вы думаете, что означает вот этот вот изгиб судьбы? Может, это изломанную реальность нашу городскую, а может быть и букву крымско-татарскую, которая размещена на флаге? Знаете, так получается, что сердце так и не заработало, да? То есть оно ждет новых выборов. Новых бюджетов, я бы вот так. Участок земли застроился раньше самого Николаева. Первый собственник нашего полуострова, купец Франс Фабре, возвел тут свой каменный дом, мельницу и разбил сад. Однако Потемкин отобрал у него все и велел заложить верфь. Сначала верфь, потом город. Традиция станет устойчивой, и жизнь николаевцев 200 лет подряд будет зависеть от строящихся кораблей. Сейчас кораблей нет, а жизнь продолжается. Значит, сердце не здесь. Территория будет обретать свое архитектурное пространство не вдруг и не сразу. Архитектор Карл Акройд сделает проект Адмиралтейских ворот и казарм флотского экипажа. В 70-е годы 19 века одно здание перестроят под Александровскую гимназию, затем сюда поселят строительный техникум, который потом превратится в колледж. Небольшой скверик постепенно будет втиснут внутридворовое пространство. Каменное здание бывшего детсада, сегодняшнего райисполкома, ограничит от города зеленую зону с западной стороны. Ворота Адмиралтейства с северной, с востока будет нависать строительный колледж, а с юга – старые жилые строения и областной суд. Парк замкнется сам на себе в стороне от основных коммуникаций. Это уже не сердце города. Это больше похоже на щитовидную железу. А вот еще одно очень интересное место, еще один сквер, который осваивает уже несколько поколений наших политиков. Их ориентация вам понятна, да? То есть сквер называется имени, то есть именно Совета Европы, не Европарламента, не Еврокомиссии, да? То есть, ну, как-то немножко удивительно. Но, Юрий, как вы думаете, что европейского в этом сквере? В этом сквере все европейское. На мой взгляд, это самое европейское место в Николаеве. Потому что, с одной стороны, ночной клуб, славящийся своими яркими шоу, развлечениями с участием самых красивых в мире николаевских невест. А с другой стороны, напротив этого увеселительного заведения, тихая пристань, гостиница и пиццерия, в которой запрещены все вредные излишества. Ну правильно, как в Европе. С одной стороны... предаются наслаждениям, а с другой стороны, тихо, спокойно отдыхают пилигримы.
Мне кажется, в этом месте царит полная политическая целесообразность, но нет ни вкуса, ни культуры. Я с вами согласен, потому что посреди этой бульварно-скверной, скверовой улицы такое количество разных монументов и памятников, абсолютно никак не сочетаемых ни идеологически, ни художественно. В центре композиции черный гранитный такой аскетический крест, который бросает вызов другому кресту, установленному другим патриархатом в честь того же события на бульваре Адмирала Макарова. Выше по улице мы видим самый юный памятник Николаева, памятник Небесной Сотни. Чуть ниже девушка в легком бронзовом платьице, которая держала над своей головой в поднятой руке, она держала такой бубен, состоящий из звезд, символизирующий свет Европы. Как вы думаете, куда делись звезды? Ну, я думаю, они ушли, к сожалению, на переплавку вот по плохой николаевской традиции. А замыкает вот этот весь ансамбль одинокий, стройный чекист. В одной руке у него меч и в другой руке щит. В народе его еще называют «мономен». Да, или единственный непьющий милиционер Николаева, который не пьет, потому что у него руки заняты. Архитектор Иван Егорович Старов в начальном плане строительства Николаева отметил три осевые линии, к которым должны были привязываться все остальные улицы города. Это ось Адмиральской улицы, ось Херсонской, сегодняшний проспект Ленина, и ось Богоделинской, нынешней улицы Садовой. Это была окраина. Здесь первоначально стояли шлагбаумы, карантинная таможня и два колодца. Позднее въезд в город перемещали в сторону Поповой балки, территории современного мясокомбината, а потом еще дальше, к водопойским хуторам. Свой архитектурный облик улицы стала обретать в середине 19 века. Поначалу эта ось, связывающая Адмиралтейство и порт, застраивалась одноэтажными строениями, хотя ширина Садовой предполагала возводить здесь многоэтажные дома. В 1852 году военный губернатор Николаева Морец Берг одобрил решение гласной городской думы о строительстве здесь Каспаровской церкви. Из-за недостатка средств она возводилась очень долго, около 60 лет. В 20 веке улица постепенно застраивалась многоэтажными строениями. Появились прямоугольные кубы гостиницы Николаев, жилых микрорайонов на пересечении улиц Чкалова, Севастопольской и проспекта Ленина. В 21 веке улица Садовая стала полигоном для архитектурных экспериментов. Между старыми домами появились стеклянные бренмаурные вставки. Вертикаль Каспаровской церкви потерялась среди блестящих высоток и нового купола Рейхстага. Близко стоящие памятники усиливают абсурдную картинку. Трагизм бойцов Небесной Сотни примыкает к оптимизму европейской девушки. Загадочные китайские львы проходят сквозь православный крест, однако дорогу в порт им преграждает чекист с мечом в руке. Еще один незримо присутствующий среди нас автор этой передачи заметил, что львы на самом деле должны были смотреть друг на друга. А сейчас один смотрит на церковь, а второй рычит на развлекательный центр. Мне кажется, терпимость просто зашкаливает. И вот знаете, о чем я подумал? Что все это нагромождение памятников, вот этих смыслов, это объясняется тем, что, видимо, наши депутаты, наши политики задались целью создать здесь второй центр города. Но, к сожалению, консервативный николаевский горожанин никак не хочет уходить с натоптанной Советской. Она же Соборная. Мне кажется, вот эта вся нелепица смыслов, да, которые мы видели там, в сердце города, и тут, в сквере имени Совета Европы, напоминает мне форшмак. Да, это то блюдо, в котором сочетаются несочетаемые ингредиенты. Это тогда, когда повар уже забывает, что и ради чего он положил в эту кастрюлю. Да, вот что бывает, когда политики вмешиваются в знаковую реальность города, то у них деньги заканчиваются, то конъюнктура в какую-то сторону выводит. А горожанин ходит по городу, а в голове у него форшмак.
мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.